прошу меня простить, посол, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в это мрачное место? Согласно королевскому указу, все ваши люди должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно? Да. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, стережет армия тьмы. Вам придется искать другой путь к кораблям. К черту нежить! Мы пробьемся через лес, парни! Капитан, почему ваши солдаты не на посту? Милорд, по требованию лорда Утера, ваш отец отзывает войска. Утер отзывает мои войска? Без армии я не смогу победить Малгануса! Необходимо сжечь корабли, прежде чем люди доберутся до берега. Не слишком ли это круто, парень? Сжечь дотла! Никто не отправится домой до тех пор, пока наша миссия не будет выполнена! Свет дает мне силы. Здравия желаю! Разумеется. Ну что ж, приказывайте. Для того, чтобы пробиться через эту толпу, нам понадобится больше людей. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату. Не соображаю быстрее. Я служу свету. Отличный план. Разумеется. Ну что ж, приказывайте. Свет дает мне силы. Прикажете открыть огонь? За честь и отвагу! Где враг? Так и будет! Я служу свету! Жалкий купец! Не нужно париться! Разумеется! Укажите цель! Я служу свету! Не нужно париться! Свет дает мне силы! Прикажете открыть огонь? Жду твоего приказа! Не нужно париться! Отличный план. Укажите цель. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Будь проклят, Утер! За то, что он заставил меня пойти на это. Джабутай! Я служу свету. Разумеется. Желаемся! Не нужно кланяться. Иду. Ну что ж, приказывайте. Во имя правосудия. Где враг? Чем бы заняться? Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Прикажете открыть огонь? Я иду. Где враг? Я тоже. Свет дает мне силу. Я желаю. Выходим. Я служу свету. Укажите цель. Прикажете открыть огонь? Я иду. Не нужно я кланяться. Тоже. Во имя правосудия. Думаю, мы поладим. Таскунто! Не нужно кланяться. Храмию желаю! Выходим! Свет дает мне силу. Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Конечно. Так и будет. Порву! Свет дает мне силу. Я служу свету. Не нужно кланяться. Я служу свету. Во имя правосудия. Разумеется. Где враг? Не нужно кланяться. Здравия желаю! Свет дает мне силу. Где враг? Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Укажите цель! Лови ядро! Ага. Хорошо. Но это еще не все. Служу свету. Здравия желаю! Где враг? Конечно. Какие новости? Свет дает мне силу. Укажите цель! Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Разумеется. Здравия желаю! Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Где враг? Свет дает мне силу.
Кедра. Я служу свету. Обычно свет дает мне силу. Во имя правос... Вот так-то лучше. Свет дает мне силу. Я служу свету. Не нужно кланяться. Чем бы заняться? Некуда кланяться. Свет дает мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Теперь я действительно зол. Чем бы заняться? Я служу свету. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Я служу свету. Обычно люди соображают быстрее. Чем бы заняться? Иду. Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Где враг? Во имя правосудия. Ага. Обычно люди соображают быстрее. Время молота. Я служу свету. Укажите цель. Не нужно кланяться. А? Я служу свету. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Ого! Позабавимся! Позабавимся! Во имя правосудия. Ну что ж, приказывайте. Понял. Не нужно кланяться. Конечно. Прикажете открыть огонь? Во имя правосудия. Жду твоего приказа. Где враг? Не нужно кланяться. Укажите цель. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Где враг? Во имя правосудия. Где враг? Некуда класть. Во имя правосудия. Ну что ж, приказывайте. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Разумеется. Во имя правосудия. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Ну что ж, приказывайте. Во имя правосудия. Прикажете открыть огонь? Где враг? Отличный план. Привет! Во имя правосудия. Что опять? Вот это по мне! Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Чего минируем? Выступаем! Ну что, вздрогнем? Ну что ж, приказывайте. Да? Чего? Куда? Ну что, вздрогнем? Я служу свету. Укажите цель. Хороший ход. Истинно так. Что там у тебя? Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Конечно. А вот и я. Ого! Позабавимся! Во имя правосудия. Разумеется. Думаю, мы поладим. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Прикажете открыть огонь? Кто следующий? Ну что ж, приказывайте. Ну чё уставился? Я служу свету. Конечно. Чем бы заняться? Так и будет. Свет дает мне силу. Здравия желаю. Где враг? Обычно люди соображают быстрее. Думаю, мы пал. Кого начнем? Что там? Здорово! Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Какие новости? А вот и я. Вот и жду твоего приказа. Вот так-то лучше. Так и будет. Не нужно кланяться. Чебутай! Я служу свету. Давай, желаю! Давай, пошевеливайся! Ух!
Я иду. Я где враг? Во имя правос... Прикажете открыть огонь? Можешь быстрее? Я служу свету. Иду. Во имя правос... Ага. Каскунда! Не нужно кланяться. Вижу. Где враг? Свет дает мне силу. Некуда класть. Я служу свету. Угу. Где враг? Я служу свету. За честь и отвагу! Разумеется. Здравия желаю! Кто следующий? Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Прикажете открыть огонь? Хороший ход. Истинно так. Где враг? Ну чё уставился? Ладно. Свет дает мне силу. Конечно. Не нужно кланяться. Отличный план. Ну что ж, приказывайте. Свет дает мне силу. Где враг? Не нужно кланяться. Прикажете открыть огонь? Свет дает мне силу. Ну что ж, приказывайте. Где враг? На нас напали. Свет дает мне силу. Здравия желаю. Выходим. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Я служу свету. Разумеется. Ну что ж, приказывайте. Во имя правосудия. Где враг? Не нужно кланяться. Я служу свету. Свет дает мне силу. Конечно. Где враг? Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Я служу свету. Ну что ж, приказывайте. Где враг? Здравия желаю. Не нужно кланяться. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Где враг? Свет дает мне силу. Во имя правос... Укажите цель. Свет дает мне силу. Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Где враг? Чем бы заняться? Во имя правос... Я служу свету. Укажите цель. Не нужно кланяться. Отличный план. Обычно люди соображают быстрее. Отлично. Остался только один корабль. Прикажете открыть огонь? Не нужно кланяться. Ну что ж, приказ. Свет дает мне силу. Вот так-то лучше. Во имя правосудия. Отличный план. Дал ты, купец. Поздно просить пощады. Конечно. Не нужно кланяться. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Отличный план. Не нужно кланяться. Ага. Вижу. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Ну что ж, приказывайте. Ладно. Свет дает мне силу. Здравия желаю. Я служу свету. Где враг? Иду. Во имя правосудия. Теперь я действительно зол. Ну что ж, приказывайте. Ну чё уставился? Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Прикажете открыть огонь? Где враг?
Ну что же, показывайте. Во имя православия. Здравия желаю. Не нужно кланяться. Прикажете открыть огонь? Во имя православия. Ну что ж, приказывайте. Я служу свету. Прикажете открыть огонь? Во имя правосудия. Время молота. Я служу свету. За моего отца. Конечно. Где враг? Укажите цель. Свет дает мне силу. Че взрывает? Выступай. Вот это по мне. Выступай. Где враг? Я служу свету. Я же открыть огонь. Им конец. Во имя правосудия. Я служу свету. Свет дает мне силу. Так и будет. Где враг? За честь и отвагу. Конечно. Отличный план. Ну что ж, приказывайте. Свет дает мне силу. Принц Артес? Вперед, мои воины! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой! Уничтожим их во имя Лордерона! Проклятые твари! Уничтожим их! Наши корабли уничтожены! Что нам теперь делать? Слушайте меня, вы все! Мы не можем вернуться домой! Спасти нас может только победа! Мы останемся здесь или погибнем. Теперь возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты.